это дезинформация, однозначно я могу это сказать. Откуда вы получили такую информацию? Вы можете раскрывать эту информацию, это секрет. А 200 студентов, которые... Это тоже дезинформация. Значит, там ситуация нормальная, да? Ситуация весьма стабильная и нормальная. То, что предпринимается в Синьцзяне, это только направлено на борьбу с терроризмом и борьбу с радикализмом, экстремизмом. Здесь нет, вообще нет никакой казахстанской составляющей. Родственники этнических казахов говорят, что там политика такая. Какую информацию вы получили? Скажите, пожалуйста. Пресс-конференцию провели несколько раз, они там говорили, что... Там задерживают людей. Я хочу только одно заявить, что это все дезинформация. Все, ответил.